кража как образ жизни. Известный в Ельниках вор и рецидивист по кличке Щипач, вышедший на свободу в этом году, вновь рискует оказаться в колонии. Толком и не успев почувствовать вкус свободы, дедушка с богатым криминальным прошлым вновь нашел приключение. 8 июня 2020 года в отделении полиции номер 11 по обслуживанию Ельниковского района межмуниципального отдела МВД России Краснослободский поступило сообщение о том, что 69-летний житель села Ельники, ранее неоднократно судимый за кражу чужого имущества, находясь в магазине «Уют» села Ельники, пытался совершить кражу спортивного велосипеда. Продавец торговой точки рассказал стражам порядка, что днем в магазин пришел местный житель. Пока она обслуживала покупателей, пенсионер прошел в подсобное помещение и выкатил оттуда велосипед за 8 000 рублей. Увидев в окно, как уезжает ее товар, женщина стала кричать мужчине, что вызовет полицию. Испугавшись, Щипач бросил велосипед и убежал. Позже мужчину задержали полицейские, он признался в содеянном. В этот же день в столице Мордовии аналогичную кражу зафиксировали в Пролетарском районе. 4-й отдел полиции обратился житель 62-го дома по улице Веселовского и сообщил, что у него украли десну более чем за 7 000 рублей. В ходе поисковых мероприятий было установлено, что данную кражу совершил ранее судимый гражданин. 30-летний мужчина признался, что сдал похищенный велосипед в ломбард, расположенный в том же доме, где он и совершил кражу. Транспорт там оценили всего в 1 000 рублей. Сейчас в МВД по обоим фактам проводят проверки и напоминают жителям региона более внимательно относиться к сохранности своего имущества. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».